Да, Эдди, в чем дело? Все бросай и приезжай к Джо. Да, ладно, а в чем дело? Не телефонный разговор. Ладно, сейчас буду.
the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old. I'll let the good times roll. Don't sit there mumbling and talking trash. If you wanna have a ball, gotta spend some cash. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old. I'll let the good times roll. Hey, hey, Mr. Landlord, lock all the doors. When the cops come around, tell them the joint's been closed. Let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old. I'll let the good times roll. Иду я на них сбитый, а у них такой видок, будто они уже обделались. Доброе утро. О, привет, Вита. Марти, ты чего здесь? Джо сказал, вам помощь нужна, и раз я справился с теми, он сказал, что возьмет меня опять. Снова возьмет тебя куда? Тебя там ждут. Я еще поговорим, да. Ага, да, это же наш Вита. Здрасте, мистер Факоне. Здорово, Вита, садись. Привет всем. Так что случилось? Вита, я слышал, как ты разобрался с Лукой. Молодец. Благодаря тебе у нас есть доказательства того, что за нападением стоял Клементе. До сих пор в открытую мы выступить не могли. Он перерезал себе горло. Он похитил и пытал наших. Это война. Теперь мы можем делать что угодно, и комиссия одобрит. Альберто это знает, и он наверняка захочет ударить первым. Значит, нужно убрать Клементе. Именно. Сегодня у Климента большая встреча в гостинице «Герб Эмпайра». Это верный шанс сразу убрать и его, и всю верхушку. А, ну да, конечно. Заходим средь бела дня в лучшую гостиницу в городе и спокойно кладем толпу вооруженных людей. Я все правильно излагаю? Не волнуйся, у меня есть план. Черт! Джо, убери сейчас же. Эдди, не бойся, не рванет. А вот если тут нажать, ой, ну, то... Бога душу мать, убери немедленно. Ладно. Мозги растерял. Ладно, дерганый ты какой-то. Ага, то есть мы средь бела дня зайдем и взорвем лучшую гостиницу в городе. Это не перебор? Не боись, она не такая уж мощная. Все здание не снесет, но в той комнате, где она взорвется, будет фарш. Как мы узнаем, когда ее взрывать? Заберемся в люльку для мытья окон и отследим их до самого взрыва. С каких пор ты у нас умник? Ладно, ребята, не подведите. Если справитесь, я вас не обижу. Когда закончите, позвоните Эдди по этому номеру. Да, кстати, я закрыл сегодня бар. На случай, если Альберто рыпнется. Ну, удачи, парни. Эй, а пацан в коридоре что делает? Марти, что ли? Ну, он же не член семьи, так что я ему сказал ждать там. Слушай, что он тут вообще делает? А ты как думаешь? Пойдет с нами, потому что нам нужен шофер на стреме и прикрытие, если что. Что ты против него имеешь? Я его с малых лет знаю, и он меня выручил с этими уродами. Да, но в этот раз мы не с алкашами воюем. Мы идем мочить самую сильную семью в городе, а ты с собой ребенка взял. А тебе сколько было, когда ты начинал? Что за старперские разговоры? Вита, он просто будет сидеть в машине, а потом нас отвезет, и все. Он даже не узнает, что мы там делаем. Водит он отлично, а именно это нам сейчас и надо. Ладно, Джо, как скажешь. Но лучше бы ты меня послушал. Это плохая идея.
Эй, эй, Джо, ну так чё там за работа? Такая, о которой тебе лучше не знать, копишь? Ну ладно, но если что вдруг, пушка у меня с собой. Да ладно, успокойся, Билли Кит. Ладно, она не понадобится, поехали. Возьмем мою машину. Ладно, я поведу. Нам на ней еще убираться. Что-то мне кажется, что авария и взрывчатка плохо дружат. Взрывчатка? Да, фейерверк устроим. Этого не слышал. Едем в гостиницу Герб Эмпайра. Заедешь в подземный гараж только через черный ход. Расскажите, а что в гостинице будет, а? Ну же! А ты что, книгу пишешь? Я уже сказал все, что тебе надо знать. Эй, ты я... Ну, мне же просто интересно, все эти тайны... Марти, все эти тайны не просто так. Меньше знаешь, крепче спишь. А будешь и дальше задавать глупые вопросы, в следующий раз не позову. Ладно, ладно, больше никаких вопросов. Ради бога. Вы что, правда собирались всю гостиницу взрывать? Эй, ты же красный, Марти! Ну все, все, извините. Только слово мне еще скажи. Прости, я больше не буду, ни слова. Мамой клянусь.
другой стороны. Слушай, все пушки оставим в машине. Еще не хватало, чтобы громилы Клемента нашли их при обыске. Ладно, мы с Витой идем внутрь и делаем дело. А ты жди нас тут. Услышишь большой бабах, заводи машину, будем отсюда делать ноги пронто. И пушка тебе реально не нужна, разве что за нами хвост, но это вряд ли. Ладно, ладно, я понял, Джо. Клемента снял весь 18 этаж, это третий сверху. Там пара люксов, конференц-залы и охрана. И как мы туда попадем? С черного хода, через прачечную. Что, трусы постирать хочешь для начала? Умник. Встреча еще не началась. Переоденемся рабочими, а потом пойдем уборочку наверху устроим. Серьезно? С каких пор ты у нас умник? Пошел ты! Там внутри нас будет ждать человек со спецовками. Пошли. И мы не хотим поднимать шум, пока Клемента не приехал. Так что не делай глупостей. Ха. Это разве не моя реплика? Будь здесь! Всегда на вторых ролях. Пошли, идиот! Где тебя носит? Видишь, тяналял? Ну? И где он? У него перекур. У него вечный перекур. Но. Но. Минута, и ты бы даже на свои похороны не успел. Хватит уже. Пошли отсюда.
Все под контролем. Пошли, форму заберем. Мида, и еще. Вот, надень. Мида. Совсем охренел. Так нас не узнают. Надевай. Класс. Поехали. Эй, вы, сюда. Идиоты, уберите этот бардак! Уберите эту дрянь, ну? Или кто-то поскользнется и шею сломает. Пошли, быстрее. Эй, вы, наверху прибрать кое-что надо. Шагом марш. Эй, Ричи, пошли с нами. Да это же Генри. Ну да. Ладно, пошли наверх, пока он не вернулся. Генри не видел. Он совсем не изменился. Ага. Надеюсь, он не успеет вернуться. Генри хороший парень, даже если работает на Клименте. Да, если он вернется. Даже не думай об этом. Я себя с этими усами идиотом чувствую. Да? А если мы на знакомых наткнемся? Так они нас не узнают. Очень, блин, надеюсь. Самое, блин, время. Где это вас носило? Кто-то что-то разлил в конференц-зале. Значит, мы первые бросили, верно? Ну? Знаешь врача, который не курит? Тот же. Так что дай покурить спокойно. Эй, а где все? Не спрашивайте, что это и как оно туда попало. Просто идите и уберите. Там скоро начинается большая встреча, и если все не будет сиять, босс огорчится. Так что если голова на плечах дорогая, вылежите все до блеска и убирайтесь оттуда вон. Эти двое тут уберут. Беспорядок. Беспорядок? А, этот. Вы двое, что надо? Прости, не расслышали.
Один из парней тут был раньше. Он тут поскользнулся и упал. Ударился головой. Раз пять или шесть. Так что теперь тут все в кровище. А у нас скоро начинается совещание. Так что уберите-ка все здесь и побыстрее, черт возьми. Эй, успокойся, да? Они долго не проживут, вот и все дела. Ха-ха, ну да, помоги мне тут. Ах, блин, мать вашу. А, желтый? Так, синий, это плюс к плюсу. Красный, запал туда. Минус синий, тут на крест. Готово. Окей, самое сложное позади. Приберитесь тут. А, кажется, все чисто. Хорошо, можете убираться. Ладно, теперь пошли на крышу. Мы бы его прямо сейчас завалили, если бы было чем. Ага, и нас бы самих свалили через секунду. Пожар идет по плану. Я не привык к такой физкультуре. Зачем тут настроили столько ступенек, а? Тебя что, на руках понести?
Вита, Вита, постой, я кое-что забыл. Держи, это тебе. Просто на всякий случай. Это круто. Хорош, а? Кул 1911 с улучшенным магазином. 23 патрона, так что жрет их быстро. И не потеряй. Во всем мире таких всего два. Спасибо. Не за что. Ладно, пошли уже к люльке, давай, пора. Вы оба! Вот же, блин, красотища! На что уставился? Господи, успокойся, но так прежде не покажется. Твою мать. Ладно, пошли отсюда. Ну, это как устрица. Стой, стой, зацени. Эй, ты какого черта тут делаешь? Проваливай! Черт, у них пушка! У него ствол! Уита! Это зачем меня порадует? Кто-то попал! Отражись от страха, а! Сразу расходилось с тобой ссориться. Я захожу. Я захожу. Прикрой меня, Вита. И это все, чем меня порадует? Кто-то попал. Сразу хотелось с тобой ссориться. Осторожно, там могут быть другие. Захожу. Пристрели, ублюдок! Сразу расхотелось с тобой ссориться. Я вернулся! Ладно, вот так пойдет. Надеюсь, снизу нас не слышали?
Какой там? У таких зданий звуконепроницаемые окна. Да и на улице нас с такой высоты не услышат. Пошли, найдем люльку. Еще окно не... О, черт! Господи, хорошо, только не стреляйте, я все сделаю! Молодец, руки за спину убери! Лента, свяжи крыло. Считай, что тебе повезло. Остальных застрелили. Ладно, залезай. В работу. Эй, сколько у нас кабеля? Хватает. Хватает? Это сколько? До крыши хватит? Конечно нет! Поднимемся на пару этажей и взорвем. А я-то думал, ты у нас умный. Что? С ума сошел! А если нас накроет взрывом? Накроет, мы едва заметим. Надеюсь. Если свалимся, я тебя прибью раньше, чем до земли долетим. Отлично, вот и наш этаж. Вита, бери скребок и мой окна. Пусть думают, что мы рабочие, а я займусь проводами.
И все. Готово. Давай чуток наверх. Ну, рыбку ты уже съел? А, да, прямо как часы. Эти кретины и не узнают. Бог ты мой! Что за чертовщина? Что за черт? Я не знаю. Она как рванет. Едва заметим, да? Ладно, ладно. Пошли глянем. И чего я тебя вообще слушал? Клянусь, ты иногда просто полудурок. Черт. Господи Иисусе, я чуть на ботинки себя не отбил. Ну и разгром. Эй, прямо землетрясение. Какого хрена? Ой, черт. Вот везунчик. Ах вы уроды. Пускай, давай, Вита. Эй, а мы им устроили похохотать. Да, но дело-то не сделано. Двигай! Я вас найду! Нет! Я ни в чем не виноват! Нет! Ты ему разбавил. Прикрой меня, Вита! Берегись, у него снова! Все, забав! И это все, чем меня порадует, кто-то попал. Осторожно, за стеклянной стенкой. И это все, чем меня порадует, кто-то попал. Уложи того с автомата. Ну ты трус! Сразу разучу и вискать-то дорогущий. Всем. Какое бухло! Прикрой меня, Вита! Бутылкой лично пристрелю! Левую дверь, Вита! Я справа! Внизу, урод. Прикрой меня, Вита. Ау, мать! О, черт! Сюда, Вита! Там ты не пройдешь! Давай, покажись! Ну ты трус! Черт, пожалуйста, экраны сработали! Правда? А я думал, дождь пошел. Умник! Ни черта не вижу в этой воде! Сэр. Мать, гляди, опять ломится. Давайте, уроды. Я вас жду. 3, 2. Так, это что еще такое? Уходите отсюда, мэм. Мы против вас ничего не имеем. Другой раз бери помпу побольше, ладно? Ну откуда мне было знать, что Клименты засел в сортире? Не засел бы, если помпа не рванула до срока. Не ссы, мы его достанем.
Осторожно, наверху! Закрой меня, Витя! Черт, ты стрелять вообще не умеешь! Тут еще один, сверху! Ты просто Супермен! Пойдем, урод, надо валить отсюда. Ты ему уже не поможешь. Клименты удирает. Пошли. Я убью его. Да, думали, это конец. А вот и нет, уроды. Я умею водить, ясно? Просто держи пушку наготове. Не забивай голову, просто едь за Климента, он в черном лимузине. Ты не поверишь, но я не слепой. Один. Неплохо. Дальше Климент. Прикрой меня, Вита.
пытаюсь, Джо! Все, конец ему. Давай все-таки проверим. Это за Марти. Вот теперь конец. Поехали ко мне. Пиво хочешь? Дай мне номер Эдди, я позвоню. А? Это Джо, дело сделано. Все прошло гладко? Нет, не гладко. Ну? Марти убили. Что? Убили Марти, мы бросили его там! Ладно, ладно, а Климента? Труп. Хорошо, за парня не переживай, всякое бывает. Всякое? Главное, что делать всякое все. Бывает? Он был моим другом, понятно тебе? Эй, Джо, не капай Джо. Мне на мозги. Полегче. Это была твоя идея, парня туда силой никто не гнал. Сожалею, но бывает, верно? Приходи завтра в Сокол за деньгами. Да, как скажешь. Сожалеет он, сейчас! Слушай, давай полегче, да? Успокойся. Мне тоже очень жаль, но ты знал, чем рискуешь. Ты тоже? Эй, задание было опасным. Ты взял его с собой, он погиб. Думаешь, на войне было по-другому? Эдди вообще паренька не знал, нечего его винить. Иди домой. Ну хорошо. Сейчас только переоденусь. Прости меня, малыш. Прости. Massive explosion has occurred at the Empire Arms Hotel in Midtown. While full investigation
returns you now to regular programming. I'm Gary Stevens. Throw him out the window. He can't stay. How did he get in here anyway? What do we want with him around the place? The pessimistic character grab at the face. When he hears a joke, he always cries. When there's any fun, darn near dies. What do you say we laugh? Is that case? The pessimistic character grab at the face. He's never welcome anywhere he goes. Let him say he belongs in the book of Edgar Allan Poe. Why don't you lose him? Wrap him in a blanket carefully. Throw him out the window. A one, a two, a three. It'll be great to wear the grim and cape. The pessimistic character. He loves ghosts. Smile, he'll disappear, leave no trace. That old fuddy-duddy with a crab apple face. He's got a handshake. He's like a lemon peel. He's the soul of discontent. The disposition of a heel. Oh, what an icky. He's no good at dancing, he can't sing. He despises rainbows, he hates spring. Why do we want him in?
Кто спрашивает? Меня зовут Леон. Я бармен из «Одинокой звезды». Мне ваш телефон дал Джо Барбара. Он ваш друг, я правильно понимаю? Да. А что такое? Да, вот старина Джо весь вечер глушил мой лучший вискарь, все болтал про какого-то Марти, а теперь совсем расклеился. Вы о чем вообще говорите? Мужик, твой друг с катушек съехал. Вытащил ствол и давай им размахивать. Никто не может его успокоить. Здорово. Послушай, я не хочу себе осложнений. Просто забери его отсюда, пока он кого-нибудь не подстрелил или полицию не вызвали. Вито, приезжай и забери своего алкаша отсюда. Ты едешь или как? Ладно, сейчас буду. И еще. Не наливай ему больше, пока я не доеду. Я-то попробую. А если он права качать будет, что делать? Так, если ты не прекратишь его поить, я тебе наваляю так, что мало не покажется. Ехал? Я понял, все понял, только быстрее. Так, сколько в баре сейчас народу? Пока я один. Час назад была толпа, но теперь как-то рассосалась. Отлично. Слушай, запри лавочку, пока я не доеду. Буду через минуту. Я понял. Вито. Ладно, это ты. Где он? Там, за углом. Слушай, я честно пытался ему не наливать, а он пушку вытащил. И что делать? Хорошо, закрой дверь и дай мне с ним поговорить. Ты был прав. Слегка принял, да? Ну и как? Вито, ты как раз вовремя. А то все домой пошли. Странно, Джо. С чего бы это? Да. Ты за рулем? Не, на такси. А то сопрут машину. Отлично. Допивай и пошли. Уже уходите, ребята? Марти, я открою. За тебя, парень. Ты погиб как мужчина. Черт побери, куда я задевал ключи? Прости меня, малыш. Так не должно было быть.
Не должно! О, господи! О, черт. Ты издеваешься? Ты совсем больной, что ли? Я просто... Ты просто что? Заткнись уже, наконец, и пошли отсюда, алкаш. Ладно, ладно, сейчас. Slugger, just let me change my jacket. Well, what's wrong with the one you have on? Why, nothing at all, Mikey. This is a Clyde and Theodore brand jacket. It's a stylish garment for those of us with more discerning taste. I'd hate to risk spilling anything on it at the game. What's discerning mean? Well, it's a word that us grown-ups use when we want to describe something that's high in quality, like Sanford department stores. Can we go to Sanford after the game, Bob? Sanford department stores. For discerning tastes, only Sanford has it. Guardian angel, is surely watching me. This wonderful night, my guardian angel must have arranged it so my arms hold you tight. I hear sweet music, la 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 la. I hear sweet music.
after year. UCLA, Empire Bay's news leader. I'm Bob Berryman. Scientists have harnessed what was once believed to be only for devastation, destruction, and mass chaos to turn your television set on. The atom bomb, the death knell for many in Hiroshima and Nagasaki, has the science to now provide electricity. American scientists stumble upon the finding when they got tired of paying their electric bill. For Emp Bill, for Empire Bay's news leader, ECLA, I'm Bob Berryman. Так, мы на месте. Постарайся никого не подстрелить по пути к двери, понял? Спасибо, Вита. Извини, если что не... Слушай, ты звякни мне завтра, ладно? Find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is upside down, and trade them for a package of sunshine and ravioli. Macaroni! If you want the thing you love, you must have a pizzaoli, baby. And when you hear thunder, don't run under a tree. Here's pennies from heaven for you and me. Now come over here, boy, Sam. And every time it rains, and don't you know it's comforting? Every time it rains, and don't you know it's comforting? You'll find your fortune falling all over town, all over town, all over town. Be sure that your umbrella is upside down, beautifully above. How about you, the hills are white? I'm a hungry the super hood. Oh, but the boys are in. Yeah, I'm a hard boy. Ooh, but a hard man. Woody woo. Ooh! I know I can get you, I know I can get you. Let's go, let's go, let's go. Yesterday's hits, just like you remember them. ECLA. Dum 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 d
Whenever I want you, all I have to do is dream.